Всем привет! Новое обновление в творческой студии YouTube. Когда вы загружаете видео, после того, как вы отмечаете, что хотите включить монетизацию на этот ролик, появляется вот такое окно «Соответствие требованиям рекламодателя», где вы можете сами указать, есть ли у вас в ролике что-то из данного списка. То есть, есть ли нормативная лексика. И два варианта. И что очень круто, YouTube поясняет, будет ролик подходить для монетизации или будет подходить не для всех. Если у вас данного пункта нет, то ничто не отмечаете. То есть ищите те пункты, которые вам подходят. То есть если у вас ничего этого нету, то ставите галочку «Ничего из указанного выше». И вот здесь у нас такое окошечко, какой статус и какие будут источники дохода. Очень крутое нововведение, я думаю, очень многие его ждали, потому что сложно разобраться, что же разрешает YouTube, что не разрешает, что подходит для монетизации, что не подходит. Теперь вы на этапе загрузки ролика можете сами посмотреть, оценить свой ролик, и вам скажут еще на этапе размещения, будет на нем монетизация или же она будет по каким-то причинам ограничена. Пишите в комментариях, нравится ли вам такое нововведение в новой творческой студии YouTube, что вы можете на этапе загрузки понять, какая будет монетизация на ролике. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока!